Готовим киш с брокколи. Берем сливочное масло 50 граммов, добавляем муку, растираем масло с мукой. Далее кладем яйцо, соль и воду. Хорошо перемешиваем. Кладем еще немного муки и замешиваем тесто. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 30 минут. Дальше тонко раскатываем тесто. Выкладываем форму, форму я смазала маслом. Делаем дырочки вилкой и приступаем к начинке. Берем мягкую брынзу, добавляем 2 яйца, соль по вкусу, вливаем молоко и брокколи, я заранее поварила. Далее вливаем начинку в форму и выпекаем 35-40 минут. Киш готов. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.